В общем, всем привет, ребята, с вами Боди, и сегодня у нас... Да, Кирилла в гостях у нас нету, но это проникли в картонный дом миллионера челлендж. Я сразу предупрежу то, что если ты только что зашел на наш с тобой видос, то поставь лайк, подпишись на канал и самое главное, включи уведомления. Короче, если что, здесь уже 2000 лайков, елки-иголки. Влад выложил в час дня ролик, поэтому я только сейчас записываю видос. Если ты не смотрел предыдущий видос про Моргенштерна, а там просто такая вот, сказать, серьезная информация, поэтому посмотрите. Сразу ставлю лайк Владу. Короче, погнали. Так. Это проникли в картонный дом миллионера. Так. Спасибо, собак, окей. Пацаны, надо срочно как-то отвлечь собаку. У меня есть план. Я кое-что с собой взял. Так. Косточка. Отвлечем ее. Ну-ка, давай, кидай ее. Опа, побери. Скажи, а так можно было? Вот, реально, вот за тобой бежит собака, да, знаете, вы убегаете от нее. Ты кидаешь косточку, и она за тобой перестает бежать. Офигеть! Ребята, так. А вы знаете, что это? Это картонный дом миллионера. Так, окей. И с вами я, меня зовут... Миллионера? Погоди, я немножко не понял, то есть... Так, ладно. А вот Влада 4. Я хочу просто сейчас понять, картонный дом миллионера. То есть они в каком-то доме миллионера сейчас находиться будут или что? Перегыли! Да почему? Почему Кобяков не слева? На елки-иголки, жизнь поломана, все, хана! Она будет поломана на 2 дня. В 19:00 по Москве сегодня стрим. Не забывайте подписываться на Кирилла. Предыдущие ролики все с ним были. Вот-вот. Подписывайтесь на него. Первая ссылка в описании. И на нас с вами тоже. Кобяков! Ну... Добро пожаловать в новое видео. Ну окей, так, ребят, окей. На самом деле все очень серьезно. Да. Где-то полгода мы разрабатывали шедевр. Увлекательную, красочную мобильную игру. А, они игру разработали, что? Новая игра «Убеги от хейтер». Что? Где вам нужно спасать меня, Глента, Кобякова и других персонажей из моих роликов от злобных, агрессивных и Да ладно! Да ладно! Опасных хейтеров, собственно. И... Вот, ребят, у меня сейчас немножко в голове афиг, полный афиг, потому что... Да, кстати, я чуть не забыл, 2 августа выходит... моя собственная анимация. Я прошу вас посмотреть, потому что очень много работы проделано, очень много времени. Ее делали 10, ой, какой 10? 2 недели ее делали. Поэтому я вас просто прошу, 2 августа посмотрите эту анимацию. Она выйдет утром, скорее всего, в 12 часов дня. И я вот знаете, что хочу сказать по поводу вот этой игры? Мы тоже, короче, делали и разрабатывали игру. Мы обдумывали эту идею еще неделю назад. Вот не поверите, потому что анонса не было. И там мы хотели назвать, типа, Running, ну, короче, тоже убеги от хейтеров. Типа, побег будет от хейтеров. И я вижу вот эту же игру у Влада. Я немножко офигел, то, что он тоже до этого додумался, что можно так сделать. Но я сейчас серьезно говорю, то, что это не шутка. Мы тоже думали сделать игру побег от хейтеров. Только мы ее хотели сделать немного иначе. Вот, не знаю, выйдет игра или нет, но просто знаете то, что мы разрабатываем примерно такую же игру, она очень интересная будет, вот, поэтому, вот такие дела. Игра так и называется, А4, убеги от хейтеров. Ну, надо будет потом посмотреть, надо будет посмотреть эту игру, вот, интересно будет. Закрытый, кроме одного, Глента. Играя за Глента, вам нужно выполнить челлендж, чтобы... Вау, вау! Да ладно, ребят, 25 тысяч лайков на этом ролике, и я поиграю в эту игру. Я не хочу специально смотреть, что там, чтобы не чтобы мне не полили весь процесс. Я реально хочу вот, как будто, ну вот, вот реально, я не знаю эту игру, я хочу вот так вот сыграть. Богатого хакера. Здесь живет настоящий киберпреступник, хакер, взломщик. Сергей устроил слежку и дал нам наводку. Хозяин этого дома улетел в отпуск. И именно поэтому мы проникнем в это
этот дом, чтобы найти флешку с нашей игрой. И ссылку, так, чтобы поместить ее в описании. А, ну, какой... Ну ладно, хорошо, это интересно будет. Ребят, вы готовы? Как вы готовы? Да. Пипец. Вы... Они там диван поставили, а вы представьте, это все в ангаре сделано. Выясните эту дверь. Пацаны, вы заметили, что здесь все из картона? Да. Даже видеокамера картонная. Привет, мы пришли тебя грабить. Влад, не надо, потом эта картонная камера реально окажется камерой, и он спалит. Итак, ребята, нужно обойти вокруг дома, посмотреть, так, как мы можем в него попасть. Ребята, я пошел оббегу дом, посмотрю, а вы поищите здесь. Блин, хорошо. Дверь закрыта на замок. Ну, конечно, человек в отпуске закрыл дверь, надо придумать, как ее открыть или найти ключ. О, пацаны, я кухню вижу в окне. Да я диван вижу. Офигеть! Они реально в ангаре сделали дом картонный, и в... У меня слов нет. Пацаны, я бежал. И не... Офигеть. Нет, это круто. Я бежал дом. Он бесконечный. Я решил вернуться обратно. Вы что-нибудь придумали? Мы думаем, где может оказаться ключ. О, а вы под ковриком смотрели? Да кто будет от такого дома под ковриком ключ оставлять? Ну вот именно, чтобы никто и... Ну, мне кажется, под ковриком тоже, кстати. Кобяков, а ну-ка, отойди, проверяй. И вот, понимаете, самый легкий вариант это реально положить под коврик, когда ты миллионер. Потому что никто не подумает, что миллионер положит под коврик. Чё? Я вам говорю, все оставляют ключи под ковриком. Сейчас, сейчас. Потому что никто не подумает, что миллионер реально оставит ключ под ковриком. О, есть! Офигеть! Пошел, Кобяков, пошел! Очуметь! Ого! Вау! Посмотрите, вау, какой диван! Это камин? Нет, ну это круто! Обалдеть! Даже телек с камином! В конном доме хорошо есть камин! Это небезопасно! Ну это офигенно! Это кот! Ну это реально офигенно! Даже шкура зверя какого-то! Вообще, что это за зверь? Я думаю, это кожа йети настоящего! Кухня! Так, вы тоже видите превьюшки на стенах? Ну да, это же мы. Да, да, да. Я все видосы смотрю, Влада. Подписывайтесь на нас, если тоже смотрите видосики. Вместе с нами чекайте. Так, с Юлей видел. 24 часа с ребенком. А это что? Это наши бошки, пацаны. Блин, это как-то пугает меня. Интересно. Блин, этот чувак явно нездоров. Он просто по нам дико фанатеет. А знаете, что он... А может быть, этот... Твой фанат, Влад? Общего между... Ну да, точно, он же фанатеет, он его превьюшки оставил, точно. Всеми этими картинками. Что? Это самые топовые ролики на нашем канале за последнее время. Знаете, сколько просмотров вот на этом ролике? Сколько? 20 миллионов, я даже не помню. 20 миллионов просмотров. Блин, ребята, спасибо вам за эту активность. Фига себе. Спасибо за даже... Ребята, вы представляете, я вообще не помню, чтобы там было 20 миллионов. А, ну хотя да, когда мы с вами смотрели, это же было давно, месяц назад, наверное, да? Месяц назад. Вот, там еще не было столько, но 20 миллионов, офигеть, за месяц, считай. Вообще, видели, какие высокие потолки? Да, я даже головой не могу допрыгнуть. Офигеть, и это все из картона. Ладно, пацаны, все, нам нужно искать... Так, они сейчас будут искать флешку? Флешку с игрой. Пацаны, предлагаю разделиться, чтобы сэкономить время. Так, я пойду на кухню. Я вон туда. Давай. Так, ребята, а у меня две двери. Первая и вторая. Но посмотрите сюда. Это дверь с... С пин-кодом. Значит, надо найти пин-код, правильно? Правильно, Богдан умный. Паролем. Наверное, за ней спрятано что-то очень... Я так сейчас понял. Это не... Я думал, что это реально какой-то этот замок. А это калькулятор. Хорошо. Не, ну вот это смешно, это вот это угарно. Важно. Боже, как можно додуматься реально вместо этого поставить калькулятор? Ну это же реально смешно. Так, какой бы пин-код попробовать? Попробую самый простой. 1, 2, 3, 4. Заблокировано. Нет. Но вот эта дверь, похоже, без... Ну это прикольно. ...замка. Начну с нее. Гараж? Мне кажется, гараж. Ого, какая кухня. Интересно, неужели у богатого человека не хватает... Офигеть, как они интересно сделали. ...денег на домработницу? Почему столько немытой посуды? Духовка вообще. Хорошо. Волновка. Блин, ребята, посмотрите, что здесь есть. Это же шоколадный фондан. Как вкусно. Пипец. То есть, погодите, получается...
он отъехал, он уехал, да, и оставил включенным вот этот, ну, вот этот вот аппарат для того, чтобы, ну, как бы шоколад плавился. Странно, кстати. А вид, посмотрите, какой вид из окна. О, посмотрим. Ну, чувак богатый, за электричество не парится. Вот так будем считать. Но вы всегда выключаете вещи, как только уезжаете куда-то или уходите гулять. Потому что правила безопасности. Богдан вас тут плохому не научит. Что в холодильнике? Клубника. Сейчас ее поем. О, я обожаю клубнику. Вот напишите комментарий, кто любит клубнику. Вот вы знаете, я очень много комментариев лайкаю. И давайте я оставлю пасхалочку первую. Первая пасхалка. Написать, какой овощ... либо фрукт, либо ягоду вы любите. Вот прям обожаете. Я буду лайкать. Маршмеллоу. И пицца. Вообще вся моя любимая еда в одном холодильнике. Пиццулечку подогреем в микроволновке. Моя тоже. Волновки. Готово. Так. Ой, сейчас я тоже пиццу захочу. Балдеж. Ребята, балдеж. Это пицца Маргарита. А какая у вас любимая пицца? Напишите в комментариях. Вот я люблю... А я уже первый попросил написать комментарий о Кобяков. Ну, к примеру, Маргариту так. И пепперони. Пишите в комменты, какая любимая пицца ваша. Так, не ну... знаю, я вот последний раз ел пиццу, наверное, полгода назад, и это была Марио. Да. Кто попробует? Она самая такая дешевая и самая вкусная. По мне как. По мне. Напишите тоже. Пробуем клубнику. Что? Клубнику в шоколадном этом? Да ты шутишь, Кобяков. Ребята, это очень вкусно. Блин, конечно, Ну давай еще пиццу в шоколад макнем. Шикарная жизнь у этого хакера. Просто шоколадный фонтан на кухне. Вы где еще такое видели? И куда это? Я не могу, Кобяков бы еще макнул пиццу туда. Я попал. Так. А, знаете, чем пахнет, ребята? Пахнет попкорном и сладкой ватой. Я понял. Это, походу, кинотеатр. Вау. Офигеть. Так. Я просто в офиге с того, сколько там комнат. Там реально дофига их. Они весь ангар сделали картонным. Вы просто представьте, как это много работы. Кинотеатры, посмотрите, здесь снова картинка нашей игры. Блин, что-то здесь нечисто, что-то здесь нечисто. А что, если он украл в эту игру, потому что хотел играть в нее один? Может, он боялся, что кто-то из вас, подписчики, сможет побить его рекорд? Блин, это все очень подозрительно. Так. Окей, так, ребята, ладно, одна минуточка, я сделаю себе сладкую вату, потому что очень хочется. Ну-ка. Я еще включил машину с попкорном. Слушайте, а я вот не понимаю, как... Я вот ни разу у меня не было такого аппарата для даже сахарной ваты. Интересно, как это делается? Вот сейчас посмотрим. И это все дома! Офигеть! Так, да. А где что? Вау, ребята! Это свой бар! Посмотрите. Что? Это так офигенно, когда все вкусняшки у тебя сразу дома. Ребята, пошел процесс. Пошел Я больше в офиге с того, как они смогли это все реализовать. Вы просто представьте. Пошел процесс. Я собираю сладкую вату сам. Я никогда в жизни этого не делал. Вот я, кстати, тоже. Вау. Так, она уже появляется. Ее все больше. О, посмотрите. Попкорн пошел. Офигеть. Даже... Обалдеть. Вот такого я тоже ни разу не видел. Господи, я как пещерный человек, все впервые вижу. Вот это веселуха. Не, ну сахарную вату я видел, как делать, а вот этого аппарата для попкорна ни разу не видел. Нет, ну это наложили по-любому звук, я не пойму. Ни разу не слышал, чтобы Влад-4 рыгал. Так. Что это такое? Кольцо и лицо Кобякова. Баскетбол! Кольцо и мое лицо! Поле! Баскетбольный! Баскетбольный мячик, это целая баскетбольная площадка дома. Интересно, ой, что будет дальше в этом доме? Тренажерный зал, бассейн, мне вообще кажется... Это наверное, какой-то баскетбольный, знаете, баскетбольная площадка хейтеров. Вот лицо Глента Кобякова там поставлено, прям чтобы попадать в кольцо, вот так нельзя, не-не-не. Дома можно больше не выходить. Пробуем забить в Кобякова. Получилось! Хорош! Хорош! Тоже повержен. А Влад... Финальный босс.
Влад А4 повержен. Опять же, странно, что здесь повешены наши лица. Мне кажется, он наш дикий фанат. Но, блин, баскетбольная площадка очень крутая. Частный дом — это, конечно, круто. А представьте, если бы у вас был частный дом, и у вас был бы выбор построить себе кинотеатр с огромным экраном или самый навороченный тренажерный зал. Нет, нет, ребят, ну, конечно, все мы за ЗОЖ, но... Напишите в комментах, вот вы бы по-честному, ну чё, либо кинотеатр, вот это вторая пасхалка написать, кинотеатр или тренажерный зал. Вот честно скажу, я бы кинотеатр выбрал, что попкорн кушает целый день, так лежишь, смотришь кинотеатр, ну прикольно же. А тренажерный зал, вот, ну зачем, ну ты выйди на улицу, ёлки-иголки, подыши свежим воздухом, заодно на турнички взял, хоп, поподтягивался, ножки поподнимал, пресс покачал, поотжимался, все. Вот тебе и тренажерный зал. Пишите в комменты, что бы выбрали. Ну, вот мне интересно, правда, ребят, вот сколько людей конкретно за ЗОЖ, что выберут прям реально турники, ну это круто тоже. Либо вот такие лежат на диване и смотрят фильм. Мне интересно. Напишите, хватит мне ваши уведомления присылать, господи помилуй. Вы кинотеатр или тренажерный зал? Блин, ребята, я просто обожаю смотреть А4. Ставь лайк, если ты так же, как и я, не пропускаешь. А я уже поставил, ролика на канале А4. Обожаю. Так. Кстати, ребята, хочу кое-чем с вами поделиться. Пару месяцев назад у меня была депрессуха. У меня было плохое настроение. Серьезно? Возможно, кто-то из вас это заметил в роликах. Причина довольно-таки необычная. Ну-ка, в смысле... Депрессия? Что? Прирост на канале 2 месяца назад снизился до 800 тысяч. Представляете? Обычно на нас подписывается 1 000 000 в месяц. Ребят, вот знаете, обычно на нас в месяц подписывается 50 тысяч. Вот. Давайте хоть немножечко увеличим ее, чтобы вот мы к 9 октября, к моему день рождения, к моему вот реально второму десятку. Сделали 2 миллиона подписчиков. Я был бы реально тебе рад, если бы ты подписался. Сделаешь приятно, будешь смотреть наши ролики. Я надеюсь, я тебя хоть немножко заинтересую. Вот. Хотя бы... Может, я хотя бы шучу смешно? Русалок наш погатела. Походу, от меня сейчас отпишутся. А тут 800 тысяч. И я пригрустил. Я немножечко погоревал. И знаете, что мы сделали? Короче, я за Влада скажу. Мы сделали упор на качество роликов. И сейчас прирост подписчиков в месяц 1 200 000. Ребят. Ну это жесть, на 400 тысяч больше. Нет, ну круто. А да. И знаете что? Это очень сильно поднимает настроение мне, всему А4 продакшену. Ну, ребята, ваши подписки — это намного больше, чем вам кажется. Ну, я не спорю, вот, ребят, вот тоже, если вы подписываетесь на нас, нам очень приятно, потому что мы понимаем то, что количество зрителей увеличивается, значит, интерес их поднимается, и мы хоть немножко вам интересны, вот. Ладно, я мотну Влада, вот, я подписан на него, и подписывайтесь тоже на Влада. Ну, там я 10 секунд промотал. Офигеть, это же настоящий душ. Баня! Здесь... А, я думал, баня, тут просто веник. Какие-то ванные принадлежности. Я вижу кнопку и вижу душ. Мне интересно, будет ли работать душ в картонном доме? Так, ну-ка. Давайте попробуем нажать на кнопку. Работает! Так, выключись! Что? Рабочий душ. Это не конец, здесь есть еще одна. Да дверь. Ладно, да ладно. Идемте за мной. Вот эта дверь, и судя по всему. Нифига себе. Я знаю, что там. Это баня. Я знаю, что мы в чужом. Ребят, я не понимаю, как. В доме надо быстро искать игру. Ну, минуточку, я же могу попариться. Я обожаю баню. Все, ребята, один заходик. Буквально минуточку. Я просто очень хочу в баню. Тем более сейчас в баню. Картонном доме. Вы только вслушайтесь. Баня в картонном доме. Ну, я бы за это лайк 100%. Да я уже поставил. Да это шутка как. Ребята. Я в бане миллиардера. Я был во многих количествах бань, ребят. Это самое лучшее. Ох, какая температура. Ребята, это смешной ролик. Это офигенно. Хорошая прям баня, русская. Ща попаримся. Блин, я как новенький. Банька просто обалденная. Ну, надо помнить, зачем мы сюда пришли. Нам нужно найти игру. Пойдемте к пацанам. Не понял.
Не открывается дверь! Пацаны! Баня начала жестко греться! Пацаны, помогите! Алло! Это ловушка! Ребят, все, если что, выполнено профессионалами в юмористической форме, предупрежу. Ловушка! Что происходит у них? Блин, жар уже прям до сюда заходит. Надо, чтобы пацаны быстрее пришли. Алло! Чуваки! Это же реально жар. Че я-то кричу? Я знаю один лайфхак. Надо всегда ложиться на пол, потому что самая маленькая температура в бане на полу. И буду ждать пацанов. Пацаны, я попал в ловушку. Помогите! Влад, у тебя там братан парится, хочет выйти, потому что жарко. Не надо лежать на диване, помоги Гленту. Пацаны! Подожди, что? Пацаны, откройте меня! Что такое? Глент, ты чё орёшь? У меня дверь не открывается. Как её открыть? Она закрыта, здесь нет ничего. Вон, вон, кнопка! Чего? Не знаю, где Кобяков? Кобяков? Кобяков! Ты чё спишь? Кобяков! Блин, так обожрался и уснул. Ой. Капец, что за команда? Глента, пошли спасать! Пацаны, откройте! Так, тут есть какой-то щиток. Давай посмотрим. Сколько? Чего? Они даже... проводов. Так, мне кажется, нужно замкнуть эти два контакта. Как? Есть идея. Глентик, держись, ты как? Жарко очень, тут жара. Подожди, подожди, Глентик. У меня есть магниты. И что ты будешь делать? При помощи делать? Магнита мы замкнем два контакта. Раз и... два. Так, по-моему, обесточили. Глентик, открывай. Получилось. Что там у тебя? Хорош, слава богу. Ну что за жара? Я решил сходить в баню, пацаны. Куда? Там, блин, баня, да. Там так... Влад, в офиге. Прикольно, картонная баня, прикинь. Мы пришли за флешкой на важное дело, а ты пошел в баню. А ты что? Спал, представляешь? Обожрался и спал. Капец, вы балбесы. А чем ты занимался? Я занимался важным делом. Накручивал нам просмотры. Ладно. Он же типа смотрел видос, чтобы плюс один просмотр был. Офигенно, нет, реально молодец. Да, пацаны, смотрите, здесь есть дверь с паролем. Пароль мы не знаем. Я попробовал 1, 2, 3, 4, не получилось. Но есть одна дверь в кинотеатре. Пошлите проверим, что есть там. Есть кинотеатр. Пойдем. Офигеть, где дверь? Вот. Так. Погнали, погнали. Вроде она без замка. Открыться, да-да-да, пошел, пацаны. Это гараж. О, сколько у него... Вот я говорил то, что должен быть гараж. Да, он реально миллиардер, походу. Давайте посмотрим, что это за машины. Rolls-Royce, офигеть. Аккуратно. Знаете, сколько эта машина стоит? Нормальные машинки, да? Сколько? 500 тысяч долларов. Аккуратно, не трогайте, 500 тысяч стоит. Так, это что? Toyota Land Cruiser, пацаны. Нормально. Блин, он бандит получается. Это Toyota Land Cruiser, на таких только бандиты ездят. Интересно, что следующее? И сейчас я такие в комментариях. Так, в смысле, у меня вот как бы на Тойоте папа ездит. Получается, он бандит? Ребята, это что, шутка? Поэтому у своих пап и мам не спрашивайте, бандиты они или нет. Это все, что я просто прикольнулся бы, если бы реально так это. Гелик! Гелик! Ну, гелик вообще четко выглядит. Здесь все машины красавцы. Вот прям вообще вот такие. Мой выбор. Попробуй его завести. Движок какой. Смотрите, какой он красный, красивый. Его нужно сделать, как у меня. Серым. Прям как вау, мой. Как они круто придумали. Так, а это? Подписывайтесь на наш с вами YouTube тоже канал. И делайте серую кнопку. И колокольчик включайте. Смотрите предыдущий ролик и следующий. Самокат. Вау, это дрифткар, как у нас в ролике. Ребята, откуда он у него? Он реально наш фанат, походу. Он какой-то псих просто. Я такого не видел. Все как мы. Ладно, пацаны, нам надо двигаться дальше. Смотрите, здесь есть какие-то ворота. Это интересно. Вау, там лава. Осторожно, пол это лава. Ну он точно наш фанат. Он сделал себе пол это лава. Как они придумали с полом круто. Лава прямо во дворе. А что это? Пацаны, видите ключ? Пацаны, ну все. Там логично. ключи от чего-то. Надо добраться до ключа и нажать на вот красненькую кнопочку, которая там есть. Это отключит пол это лаву. Ну, ты профессионал. Ты уже выигрывал. Ну пол, да, лаву, да. Поэтому... очень много раз, кстати, Влад. Ну, отправляешься ты, а мы здесь еще осмотримся и поищем, что. Давайте, пацаны, болейте за меня. Опа! Хорошо. Дальше переходим на лежак. Опа! Опа. Осторожно, Влад! Весло. Нужно пройти по веслу на скейт. Блин, это сложный пол это лава.
Так, опа. Опа! О. Хорошо, я вот просто переживаю за Влада, я надеюсь, все в порядке будет. Я надеюсь, Влад, ты сможешь. Опа! Опа! И опа! Опа! Теперь мне нужно использовать весло. Так, едем. Едем, едем. Господи помилуй, по лаве прям едет. Вот понимаете, скейтом по лаве. И готово. Фу, последний этап. Прыгнуть в бассейн. Раз, два, давай. Три. О, хорош. Я взял ключики. Так, с первого раза. Эта кнопка отключила лаву. Ребята, ну посмотрите, тут есть еще какой-то замок. Ну-ка, давай сюда залетай. Это большая комната. Ладно, ребята, гляньте, что там у пацанов, а потом возвращайтесь ко мне. Ну-ка, давай. О, очередная дверь. И она, кажется, тоже открыта. Попробую зайти туда и посмотреть, что там. Пожалуйста, осторожнее, осторожнее, а то ловушка может быть, Кобяков. Ничего себе. Вышел! Это гольф-площадка. И вы посмотрите, опять наши лица. Не, ну этот чел какой-то вообще ненормальный. Я говорю, это площадки от хейтеров. Так. Блин, вы вообще представляете, сколько у него всего? У него даже гольф прямо дома. Он, наверное, очень богатый. Попробую попасть в А4. Ну, почти. Почти. Попал! Попал! Да, получилось! У меня 20 Хорош. Очков! Ладно, продолжу свою игру. В Глента не может попасть. Ребята, я не верю, что в доме миллиардера нету скрытых ходов. Где те самые закрытые подвалы и так далее? Ну, подвалы, я бы офигел, если бы здесь еще и подвал был. Это получается ниже спускаться ангара. Вы чувствуете, какое оно неустойчивое? Можно. Потому что это картон, Глент! Потому что это картон. Что там есть? Вау. Я полез. Ну, что, это... Ребят, продолжаем. Открываем. Это скрытая комната была. Замочек. И вуаля. Давайте взглянем, что там. Вау! Нифига себе. Это сад. Тебе. Это настоящая оранжерея. Но знаете, что, ребята, я вижу? В этом доме растут экзотические фрукты. Это, например, маракуйя. Это личи. Откуда оно здесь? Блин, здесь так... Личи, да. Помните, мы смотрели? Видос. Вчера смотрели видос Влада. Вот пойдите посмотреть, там вообще круто. Шо, я бы здесь просто валялся и просто проводил время. Но мы здесь из-за... Давайте еще одну пасхалочку. Третью. Вот, ребят, напишите, у кого, кто живет на даче сейчас, кто живет в своем частном доме, а кто живет, ну, в квартире, как все, вот. Ну, как все и в частных домах, или, может, на даче вы сейчас, вот. Поэтому напишите, мне интересно. Это третья пасхалка, я буду смотреть, кто до конца смотрит ролики. Никогда нас не перематывайте. Вы просили меня не перематывать Влада, даже рекламу его. И я вас никогда... И вы меня попросили, и я не перематываю. Максимум, там, 5 секунд я перемотал. 5 секунд. Поэтому не надо на меня кричать. А этим? Поняли, написать, где вы сейчас. Вообще, в квартире, в частном доме или на даче. О, лимон. Знаете, что нам нужно сделать? Закинуть его на канал. Вы поняли, да? А, хорош. О, мангустин. Так. Мангустин это я боже, я помню. Я помню с Бали. Ролики, тот да. знает. Да, мы смотрели недавно там, где на Бали с Юлей Годуновой он был. Так, тут есть какая-то коробка. Кстати, а это что? Ребята, я такой фрукт в первый раз вижу. Чё это? Фу, невкусно. Ребята, если кто-то по откусу сможет определить, что это за фрукт, напишите в комментариях. Ну-ка, напишите, у нас тоже интересно. Потому что я в первый раз его в жизни вижу. Очень похож на помидор, но не помидор. Тут есть QR-код. Так. Знаете, как это работает? Вам нужно открыть камеру, навести на QR-код и появится... А чё это такое, чё это? Ссылка на сайт. Открываем и... Это снова картинка. Опа, это отсылочка, отсылочка. Значит, он уже близко. Раз он открыл ключами эту дверь. И потом просканирую QR-кодом, значит, где-то там... Картинка игры, но не полная. Это какая-то ее часть. Здесь есть кнопочка. Хорошо. Печатать. Нажимаем и... О, обалдеть! Что? Оказывается, это принтер, ребята! Так, и что это такое? Слушайте... Ну, это прикольно. Возьму на всякий случай с собой. Да такой огромный дом. И вы только представьте, его же кто-то построил. Есть строители, которые это сделали. Да. Ребята, давайте поддержим их лайком. Наверное, это было непросто. Ну да, я согласен. Чё у нас по тайной комнате? Чё? Это же игровая. Здесь есть мини-настольный теннис, компы, огромная колонка. Я просто в офиге с того, как они это круто сделали.
Теперь я понимаю, почему в час дня выложен ролик. Кибель, PlayStation 4, офигеть. Камера видеонаблюдения. Все-таки мы... Нет, это круто. Спалились. Так, также здесь есть комп. Это же схема этого дома, ребят! Это по... Чё? Походу джекпот. Это гараж? Ага. Блин, сколько... Уборщица! Уборщица сейчас зайдет внутрь. Уборщица пришла. Надеюсь, она не знает про тайную комнату. Фу, надо срочно сказать пацанам. Капец, уборщица. О, личи на дереве. Ребята, хана. Растет. Банан. Ну, а Влад у нас личи кушает и бананы. Блин, ну я съем банан, пожалуй. Кобяков, хорош придумал. Я буду отслеживать ее по камерам, быстро. Блин, кажется, наш план под угрозой. Так, нужно закрыть дверь. Так, дверь закрыл. Пацаны, пацаны. Офигеть, чего? Мне негде спрятаться, я сижу в углу, может прокатит хотя бы здесь. Мы не сможем вернуть игру. Тут негде спрятаться. Так, 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 так. Я в домике, все, меня не видно. Ну, я так же всегда делаю, да. В смысле? Она идет, она идет. Хана, хана. Она киви, да? А, я думал, она киви взяла. А это шарик. Она была так. Слава близко. Богу. Надеюсь, но это было жестко. Этот бардак навела собака. Ладно, но она вроде ушла. Она должна закончить уборку и уйти домой. Блин, блин, давай, сваливай отсюда. Ты нам вообще не нужна здесь. Уходит, она уходит, ребята. Так, 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 надо окончательно убедиться. Есть. Пацаны, уборщица ушла. Срочно бегите. Все, хорош. Здесь есть потайная комната. Давайте быстрее. Фу, пронесло. Ну что, пойдемте в игровую? Давай. 25 тысяч лайков, и я попробую поиграть в эту игру. И подписывайтесь на канал. Залазьте, залазьте сюда, пацаны. Нет, 25, мне кажется, мало будет. 30 тысяч. Вот давайте 30 тысяч лайков. Вот на 30 тысяч я сыграю в игру Влада А4 и засниму на ролик. И мы посмотрим вообще, как это, ну, вообще, что из себя игра представляет. 25 тысяч лайков это мало. Вот 30 тысяч, да. Ого, да. Это что было с уборщицей? Мы чуть не попали. Я, кстати, тоже офигел. Я тоже вообще, я не ожидал, что вообще там уборщица появится. Гел, я ее по камере увидел. Блин, мы это не продумали. Это же за таким домом должно быть много прислуг. Но, ребята, ну да. Мы сейчас находимся в игровой. Ну что, нашел здесь игру? Нет, игры здесь нет, но здесь есть карта нашего дома. Вау! И помните, ну, сейчас они найдут. В самом начале, которую мы не смогли открыть из-за кода. За ней есть еще несколько комнат, и игра может быть прямо там. Там да. За дверью спальня и гардероб. И потом какой-то туннель. Нам нужно туда. Да. А это что? Это еще одна дверь. Я не заметил ее, когда пришел. Потому что Глент был увлечен камерами, да. Так, конечно же, она закрыта. Но здесь есть сканер отпечатка пальца. Давайте попробуем. Нет. Нет? Не прошло. Все, если еще раз неправильно введем, то она заблокируется. Пацаны, сейчас вернусь. Так, ребята, есть идея. Видел такое в фильмах. Перчаточки. Вы посмотрите, сколько отпечатков пальцев. Кстати говоря, и правда. Снимаем. Вы представьте, как умно делает Кобяков. Отпечаток пальца. Так, вот что у нас получилось. Офигеть! Теперь идем этот отпечаток прикладывать к электронному замку. Погнали! О, Кобяков! Кобяков! Что это? Пацаны, я снял скотчем отпечатки пальцев владельца дома со стакана. Вы представьте, гений, реально гений придумал. Хорошо. Давай попробуем. Аккуратно. Пробуй. Открылось. Так, это точно Кобяков сделал? Ты посмотри. Да, это Кобяков. Глент, хватит, а вот думать, что Кобяков не способен на это. Конечно, способен. Три. Я считаю Кобякова очень умным. Это незаконно, ребята. Здесь все не в порядке. Какая разница? Вау. Ребята, это целый боевой арсенал. Это же целую армию можно оснастить. Так, я себе возьму вот эти две малышки. Так, Кобяков, держи. Красота, а. Пацаны, не пугайтесь. У нас здесь взрывчатка. Тише, мне кажется, она нам еще понадобится. Что, прости? Надобится. Взрывчатка, а что она там делает? Это взрывчатка, Глент. Спокойно, Кобяков, давай свой портфель. А чего в мой? Так надо. Ладно, только аккуратно. Так надо, говорит. Ладно. Портфель, Кобяков.
Если что, мы едем. Если что, ребята, все выполнено на профессионалме. Не пытайтесь повторить. Откроем сейф. Или и все в юмористической форме. Ломаем стену, если не подберем пароль. Короче, не пропадет. Я беру себе самую скромную пушку. Все, погнали. Пацаны, давай! Пацаны. Опа-зя! Ой, что наделал? Камин сломал. Пацаны, а что это? Шляпа, голова. Циферка. Так. А первая? 4, 2, 7. Может быть, это... Попробуй. Если это будет код, это будет обалденно. Да ладно! Получилось, пацаны! Это код от и его спальни. Этот код всегда был тут. Блин, ну все равно интересное время. Да, провели. Прикольно. Так, погнали дальше, погнали, у нас погнали, еще погнали. Футочка не найдена. Это код от его спальни, может быть. Вау, это комната хозяина. Да, здравствуйте, да. Хозяин, какой уровень освещения вы хотите включить, вопросить? 70%. О-о-о. Открой шторы. Включи. Что? Светильники. Офигеть. Умный дом. А вы напишите, вот, последняя еще пасхалка. Напишите, хотели бы вы себе умный дом или нет. Вот представьте, такие... Умный дом, сделай мне покушать. Конечно, не сделает, да, я знаю. Максимум она может включить там, я не знаю, что-нибудь. Но все равно напишите, это очень интересно почитать. Я лайкаю очень много комментариев, вы знаете. Это круто. Ладно, ребята, что здесь еще есть? Ну, обычная кровать. Так. О, пацаны, а как вам этот пазл? Что-то он мне напоминает. Ага. Ну что, они пазл нашли как разобрал. Раз картину, картину нашли, помните? Давайте. Ой, не картину, а распечатку. Его соберем. Давай. Так, так. Пацаны, где моя башка? А твоя башка знаешь где? 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 На голове. У меня в портфеле. Пацаны, долгая история, просто посмотрите ролик и все поймете. Что моя голова может делать у него в портфеле? Та-дам! Реально! Так, картина собран. О, дверь, пацаны, открылась! Что это? Это гардероб, пацаны! Ого! Офигеть, я просто не представляю, сколько сил было вложено в ролик. Представьте, сколько карто... У него из гардероба один пиджак, куча нашего мерча, и посмотрите, какая шуба! Вот это крутая штука, я примерю! Ребят, если не смотрели предыдущий видосик сегодня, посмотрите, пожалуйста, я буду очень рад каждому... кто посмотрит. И напишите здесь вот в комментариях, посмотрели ли вы прошлый ролик или нет. Тоже буду считать как пасхалку. Как вам вот это? Потайной ход! Потайной! В гардеробе! Как во всех фильмах. Посмотрим, что там? Давай! Пацаны, это тоннель. Тоннель слишком маленький. Туда поместится только один человек. Как самый худой полезешь ты. И возьми с собой. Нет, я могу тоже полезть. Я вот точно столько же вешу, скорее всего, сколько и Влад. Вот я, получается, 1,80 м, а вешу 54. Взрывчатку. Мало. Я вот когда взвешивался у Кирилла, получается, ну, на даче, 55 весил. Сейчас я еще сильнее похудел, поэтому сейчас я вешу меньше. Мало ли она понадобится. Давай. Ребят, меня кормили, успокойтесь, меня кормили. Все, пацаны, я пошел. Давай, удачи. Удачи. Владос, подожди. Что? Возьми камеру. О, будем на связи. Записать, да. Сейчас подключусь к камере и будем следить за тобой. Клево, погнали. Давай, бегом. Так. Офигеть. Подключаемся к нему. Вы на связи? Да, мы на связи. Это какой-то туннель, видите? Да. Блин, пацаны, мне реально страшно. Все нормально, Владос, не переживай. Давай, мы в тебя верим. Осматривайся. Вы видите, там дверь, там какая-то дверь, пацаны. Покажи. Вон там. Давай, давай, лезь. Ползу к ней, ползу. Сейчас будет момент истины. Офигеть, там так грязно. Так, там дверь, очень... дверь открыть. Пацаны, эта дверь зашита. Владос, взрывчатка. Точно. Красава, блин, Кобяков, молодец, что отдал. Вот это эпик. Так. Аккуратно, аккуратно. Давай, давай, давай. Вот пацаны, сейчас как раз она как раз пригодилась. Очень переживаю. Все нормально. Все хорошо, Владос. Нажимаешь на кнопку и убегаешь. И убегаешь. Убегаешь. Готов? Так, сейчас я спрячу вещи. Камеру не забудь. Пацаны, ставлю к таймер на 10 секунд. Вы готовы? Давай! Да. Давай. Время пошло. Убегаю. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Взорвалась! Какая-то сирена, вы слышите? Сирена из Counter-Strike, я услышал! Сработал! Кобяков, да быстро сирена. Дверь держи! Быстро дверь держи! Быстро! Пацаны, я вижу сейф! Смотрите! Пытаюсь ну-ка. Его открыть! Деньги! Тут много денег! Да пофиг на деньги! Да пофигу, флешка там! Пофиг на... Там должна быть флешка эта! Деньги, пофиг! Сейф!
Игра дороже. Так, сейф, пацаны! Что это? Флешка! Игра 4! Хорошо, 4, быстро возвращайся к нам! Да, хорош! Быстрее, сигнализация, быстрее! Пацаны, иду! Иду! Давай, Ладос, давай, давай. Там уже чуваки стояли, видели? Давай, давай. Пацаны, все нормально, выгрузим игру с планшета. Кобяков, держи дверь до последнего, не отпускай. Держу, давай быстрее. Уже, уже выбивают. Клетик, я тут, я подхожу. Давай, 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 давай. Давай, давай, Ладос, загрузим через планшет. Флешка, вот она, игра. Аккуратно. Загрузка пошла. 27%, давай, 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 давай. Давайте быстрее. 43%! Пацаны, я уже не могу держать, они близко. Держи, давай. Держи, Кобяков! Помоги ему, Влад! Ребята, игра в интернете. Ссылка скоро будет в описании. Ребята, докажите, что мы это сделали не зря. Качайте игру, играйте в нее, проходите! 53%! Пацаны, давай! Быстрее! Кобяков, держи! 80! 85! 90! 100! Выгрузили! Из GTA-шки, из GTA-шки. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Игра в интернете. Ссылка в описании. Даже... Докажите, что мы это сделали не зря. Ну а мы... Ну, ребят... Походу, пацаны, готовимся к новой, еще более жесткой тюрьме. Офигеть. Походу... Походу, это отсылка к новой части. Про тюрьму, помните? Ребят, ну слушайте, ну вообще круто, мне понравилось. Ребят, не знаю как вам, напишите ваши эмоции в комментариях, но это офигенный сегодняшний видос. Я могу объяснить почему. Во-первых, просто картонный дом по всему ангару. Туда занести все вещи, сделать сейф, баню, потом сделать камин, телек поставить, диван, спальню, просто кровать. Ну, это вообще невероятно. Это очень круто, мне реально понравилось. Вот 30 тысяч лайков, и я обещаю, я поиграю в эту игру и засниму это на ролик. Все зависит только от вас. С вас пасхалки написать, лайки завести, подписаться на наш с вами YouTube канал. Ссылочка на Кирилла в описании, подписывайтесь на него. Давайте добьем ему 100 тысяч подписчиков. Подписывайтесь на нас, включайте уведомления. Я буду рад каждому человеку, кто подпишется на нас. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Ребята, всем пока.